Уличное освещение в судебном порядке. Прокуратура Ленинского района выявила нарушение при исполнении требований законодательства в деятельности Управления благоустройства Ивановской мэрии. В ходе проверки установлено, что линии наружного освещения на улице 3 Березняковская от 83 до 90 дома прерываются. Работы по установке фонарей производились в частном секторе несколько лет назад. Про этот участок улицы будто забыли. Кроме того, он не включен в реестр заявок на производство работ, и средства в ближайшие несколько лет на эти цели не предусмотрены. По ГОСТу освещение должно быть. В связи с выявленными нарушениями Ленинский районный суд города Иваново направлено исковое заявление с требованиями об обязании устранить выявленные нарушения. Исковое заявление рассмотрено, удовлетворено. Администрация города Иваново по решению суда обязана устранить нарушения, который выразится в обеспечении наружного освещения на данном участке улично-дорожной сети города Иваново.